От этой новости, друзья, мурашки по коже. Дорогие наши зрители, а также просто подписчики нашего YouTube-канала. Мы сегодня вновь рады вас приветствовать на нашем канале, но, к сожалению, готовы с вами поделиться этим печальным событием. Сегодня рано утром с телевидения наш источник шоу-бизнеса сообщил нам очень печальную и страшную новость. Речь пойдет о нашей любимой российской певице Ирине Аллегровой. Нам сообщают о том, что несколько дней назад в российском шоу-бизнесе появился такой слух, в котором говорится, что российская певица Ирина Аллегрова тяжело больна, и на голове у нее не ее волосы, а парик. На данный момент подтверждения этой информации пока нету. Действительно ли это так, либо это очередной фейк, друзья, мы еще будем выяснять. Очень хотелось бы, чтобы с нашей любимой певицей России Ириной Аллегровой ничего плохого не произошло. Давайте, друзья, подпишемся на наш канал и нажмем на колокольчик, чтобы завтра утром оставаться в курсе всех событий на нашем YouTube-канале.